Мы находимся с вами на Уралмаше, где свои тренировки проводят все команды нашей школы. Этот сезон получился для них успешным. Сразу две наши команды 2003 и 2005 годов рождения выиграли региональные этапы первенства России и попали в финальную часть этого турнира. Об этих командах мы сейчас вам и расскажем. Надо принять этот мяч в сторону фишки, понимаешь? Фишки в сторону, вот сюда. Вот его надо принять. Чтобы ты вторым касанием уже отдал этот мяч. Это Урал-2005. Тренер команды Алексей Седов. Эти ребята в первенстве России одержали 21 победу в 24 матчах и забили 131 гол, опередив ближайшего конкурента на 7 очков. Наша победа вот такая уверенная, она по легкости своей кажущаяся, потому что она была достигнута на максимуме практически своих возможностей. Вот. Все ребята без исключения. Обойма была 23-25 человек. 25 человек – это не только игры, но и тренировочный процесс. Задались целью. Вот. И благодаря внутренней дисциплине, значит, бытовой дисциплине, самоотдачи на поле, вот, удалось достигнуть такого результата. Уделяют как бы особое внимание защите, обороне, как и атаке, полузащитникам. Защитники тоже хорошо сыграли, нападающие тоже. Трое игроков как бы лучшим бомбардиром этого турнира, как бы. Ты вратарь команды. Скажи, во время игры приходится сердиться на защитников, когда они тебя не слушаются? Ну да, иногда даже очень сильно приходится. Например, когда вот говоришь одному защитнику закрыть игрока, он не закрывает. Он говорит, вижу, а потом на этого игрока идет передача, игровой момент. Ну как на него не сердиться? Переносимся в манеж «Урал». В эти минуты начинается тренировка «Урала-2003». Тренирует эту команду Александр Богомолов. Именно он стал учителем года. Его команда в первенстве России одержала 17 побед в 19 матчах, ни разу не проиграла и финишировала на первом месте. Вы стали учителем года. Команда сейчас как-то поздравила, какие-то слова сказали ребята? Да, ребята поздравили, то есть они не сразу об этом узнали, но как узнали, то есть ребята кто-то написал в соцсетях, кто-то там даже позвонил, поздравили. Я был не то что удивлен, то есть, но было приятно слышать от ребят. Все-таки в большей степени это их заслуга. Ты один из лучших бомбардиров команды. Расскажи, каких голов больше ты забил? В каком стиле? Да, не знаю даже. Ну, в стиле прострела с бровки. Мне простреливали, я принимал и ударял. Какой бы гол хотел забить в финале первенства России? Наверное, как Роналду Ювентусу забил. Через себя. Самый красивый гол, наверное, когда была подача с углового, и я головой забил гол. Самую девятку. Тёма! Тём! Иди сюда! Да, надо. Просто надо. Иди сюда. Тём, помнишь такой гол, когда был угловой, я головой забил гол? Надо сейчас этот гол повторить. С тебе подачу. Все команды, которые участвовали в зачетных соревнованиях, то есть оказались в призах, уже второй год подряд, то есть все пять возрастов мы в призах. То есть четвертый год занял второе место, а первый, второй, третье места. Урал-2005 поедет на финал первенства России еще через полгода, но у команды уже готово празднование первого гола на этом турнире. Ребят, покажите, пожалуйста. Ура!